Всех приветствуем. Мы начинаем наш мастер-класс, практикум по покраске. На этом практикуме мы разберем с вами покраску воздушным способом, покраску безвоздушным способом аппаратом высокого давления и покраску валиком. Прежде чем что-либо красить, нам необходимо разобраться с тем, чем мы работаем. То есть все понимают, что такое краска. Но по моему опыту могу сказать, что большинство дефектов, которые мы видим на объектах при покраске, они связаны как раз с тем, что не всем до конца понятно, как ведет себя краска, что она из себя представляет. И как следствие, не все понимают, каким последствиям может привести та или иная техника работы. Поэтому для начала давайте коротко остановимся на том, что краска – это некая субстанция жидкая, с полимерным вяжущим, ну, условно говоря, каким-то клеем, который набирает прочность при высыхании. И, соответственно, наполнитель. Наполнитель у краски может быть разным. Он может иметь природу, скажем так, просто пигмента, да, это полупрозрачные всевозможные базы краски. Может иметь достаточно такой явно выраженный характер мраморного наполнителя, в таких густых, вязких, вот, как их еще называют, наполненных красках. Вот. И, собственно говоря, у краски есть задача, помимо того, чтобы создавать какой-то рисунок, создавать полимерную пленку защитную, да, есть еще пигмент. Пигмент, который дает укрывистость краски. В мире существует три вида краски, если так вот макро брать, прям макро, да, это очень подвижные тонкие краски. К ним относятся американцы и итальянцы. Европейские краски, такие густые, прям высоконаполненные, как раз с наполнителем из муки мрамора, которые дают нам такой характерный тяжелый рисунок. И, в принципе, это Европа. Это Европа, Северная Европа. В частности, немцы, голландцы, Бельгия там, и так далее, французы. Это краски, которые как раз высоконаполненные. Их задача не столько давать, допустим, цвет, как у американцев и итальянцев, а сколько возможность перекрыть какие-то дефекты, создать какой-то структурный рисунок на стене и так далее. И есть краски российские. Российские краски – это желание быть тонкими и красивыми, как американцы. Вот. Но по химии, по удобству работы, они, конечно, до этих красок не дотягиваются. Поэтому получается, что то, что дает достаточно хорошую усадку при покраске, особенно безвоздушным способом или воздухом, натяжение, проявление всех дефектов, но при этом нет такого удобства к работе, допустим, ну вот, как теми же американцами и итальянцами, валиком, именно валиком. Потому что основные как бы рецептуры красок, они затачиваются в основном под валик, под безвоздушку мало кто делает, производители краски, и поэтому основные рецептуры затачиваются именно под валик. И самые крутые краски, они как раз вот чувствуются, их все преимущество именно при работе валиком, мы это увидим. Итак, давайте сейчас разберемся с историей про то, что такое водные составы, насколько они подвижны, насколько они способны что-либо пропитывать и, в принципе, как они себя ведут. Итак, передо мной кусок гипсокартона влагостойкого с бумажной оболочкой. И сейчас я сюда просто хочу капнуть водный грунт и грунт на основе растворителя, чтобы вы увидели воочию, какие составы более подвижные, и дальше мы это будем разбирать уже на составе красок. Потому что нам прежде всего важно понять, что такое краска, что такое водные краски в частности, насколько они подвижны, насколько они имеют усадку и так далее, чтобы спокойно потом и методично с ними работать при работе воздухом, без воздушки, валиком и так далее. То есть нам нужно понимать, с чем мы столкнулись. Итак, первый тест – это тест грунтов на гипсокартоне. Посмотрим, как они ведут себя, как они растекаются, как они пропитывают поверхность.